Вітаю в ефірі ММС. Сьогодні наш випуск ми присвячуємо прекрасній половині людства. Обрати зачіску – задача непроста. Які модні тенденції підготували нам стилісти, ми вирішили сьогодні дізнатися. Лоліта Лазуренко – стиліст по зачісках. Лоліта Лазуренко – фармацевт за освітою, але творчий потенціал дівчини зі шкільних років шукав виходу, адже їй завжди подобалось плести коси та робити різноманітні зачіски. Згодом хобі стало професією, яка дозволила реалізувати творчі ідеї та амбіції дівчини. У творчому арсеналі Лоліти – роботи на показі Полтава Топ Фешн, викладання у модельних школах та в Академії гарних манер. Цілеспрямована Лоліта знаходить час для багатьох творчих проєктів. Багато років співпрацює з глянцевими виданнями, її моделі прикрашають обкладинки багатьох модних журналів. Лоліта віртуозно може змоделювати будь-яку жіночу зачіску – від плетіння косичок до шикарних вечірніх образів. Які модні тенденції зараз очікують кременчужанок і що будемо демонструвати сьогодні? На самом деле особо ничего не изменилось с 2016 года. Все так же остается в моде натуральность, естественность, легкость какая-то в наших прическах. Вот. Что сегодня мы будем делать? Так как у нас зимний период времени, я хочу вам показать укладку, которую можно носить под головные уборы. И потом мы ее будем перевоплощать в вечернюю прическу. Тобто таких революційних змін не буде, все ж залишається натуральність. Да, остается натуральность. В стрижках убирается ровный срез, то есть это уже в 2017 году как бы не модно. Будем говорить, что это может быть классика, да, которая для кого-то останется всегда любимой. Но если говорить о моде, то не модно. Вот. Будет градации в стрижках, то есть модно какие-то неровные срезы, каскады и так далее. В прическах остается модным натуральность, нежность, легкость, текстура ярко выраженная какая-то. В окрашиваниях это однотонные окрашивания тоже уходят как бы с моды. Остается что-то, опять же, естественное и натуральное. Это эффект выгоревших волос, какие-то выкрашенные пряди естественные. То есть все такое вот нежное, аккуратное, ничего лишнего. Амбре выходит из моды, известно, да? Да, да, амбре уходит. Остаются легкие окрашивания, такие как... Ну, они на самом деле сложные, но выглядят они очень легко. Это... Серферская, как серферы, да? Да, шатуши, да, балаяжи и так далее. Вот это все будет оставаться на 2017 год. Ти як професійний стиліст по зачіскам, я думаю, вже маєш певну свою статистику. Що частіше за все замовляють кременчужанки, коли до тебе приходять? Ну, конечно, это, наверное, локоны. Ну, любая девушка чувствует себя роскошной, празднично сразу становится такой вид и внешний вид девушки. Ну, вот это, наверное, есть самая частая прическа, это локон. Якщо зробити висновок, що би ти змінила в образі кременчужанок? Зимний період сейчас времени, конечно, поменьше находиться, то есть волосы должны быть у вас спрятаны от мороза, так как они пересыхают, ломаются. Побольше внимания уделять какому-то питанию, то есть какие-то дополнительные маски, бальзамчики, то есть по максимуму их так вот щадяще, да, то есть фен – это не проблема, то есть наоборот, лучше сушить феном в зимний период, так как, чтобы не заболеть и ни в коем случае, да, там, с влажной, мокрой головой не выходить на улицу. То есть просто больше приделять внимание уходу, каких-то дополнительных может купить вкусняшек для волос. Для волос, так. Да. А скажи, я, до речі, в тебе не запитала щодо довжини волосся, да? От тенденції які? Сказати, що от не модно короткі або не модно длинні, ну, мені кажеться, це неправильно, да, тому що кожен привик к чому-то своєму, і йому хочеться, щоб для його конкретно длини придумали якусь модну тенденцію, да, щоб от він її придержувався. Краса для тебе. От поняття краси. Як ти бачиш? Если говорить именно о прическах, да, вот конкретно о том, что я делаю,
Я очень люблю объемы. Для меня это вообще в любой прическе, я думаю, каждый уже это... Да, львиная голова. Да. Мне это очень нравится, как бы... Что-то меняется, вот кардинально должна девушка, когда прийти ко мне на прическу, она должна увидеть, что она кардинально поменялась, что ее объем увеличился как минимум вдвое. А щодо нових фішок у новому сезоні, які фішки будуть актуальні? Фішки, прикраси, аксесуари. Если говорить о аксессуарах, то в нашем арсенале вот появились такие вот всеми любимые короны. Які плюси сьогоднішньої зачіски? Она очень быстрая, очень комфортная. В ней будет немного различных заколок и креплений. То есть там буквально несколько несложных креплений. И эта прическа хороша тем, что каждая девушка, просмотрев ее несколько раз, возможно, сможет ее повторить на себе. Ну, скільки часу необхідно для цієї зачіски? Ну, сегодня я ее буду делать, стараться где-то минут за 10, так как мы уже подготовили волосы, то есть уже определенная текстура, я немного их подкрутила и придала небольшого объема с помощью гофре. Вот. А все остальное будет делаться буквально 10-15 минут. Довершений образ – це не тільки красива зачіска, але й ще й відмінний макіяж. Які модні тенденції пропонують нам професійні візажисти – про це далі в програмі. Вікторія Філіпова – візажист. Народилася в Кременчуці і навіть закінчила дитячу художню школу в нашому місті. Але творчий потенціал, цілеспрямованість та працелюбність дівчини вимагали подальшого розвитку, тож вона закінчила Інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Розвиток кар'єри Вікторії не менш вражаючий, адже вона підвищувала свою кваліфікацію в Парижі, працювала візажистом на Ukrainian Fashion Week та на різноманітних урочистих заходах з зірками шоу-бізнесу. Колосальний досвід художника-гримера Вікторія набула на телеканалі СТБ, де з 2010 року брала участь у таких загальновідомих проєктах, як мюзикл «Барон Мюнхгаузен», «Танці з зірками», «Ікс-фактор», «Україна має талант», «Холостяк», «Супермодель по-українськи», «Серця трьох», серіал «Швидка допомога». Вікторія – професійний візажист. Сьогодні вона також у нашій команді допомагає Лоліті. Трошки хотілося поговорити про основні моменти макіяжу. Как мы уже знаем, что контуринг уже остался давным-давно, и его отлично заменил стробинг. Это такая техника, когда блестит лицо, сияет, когда много хайлайтера, когда мы видим на обложках журнала влажные лица. Вот. То уже в 2017 году все деликатнее относимся к хайлайтеру, выбираем уже хайлайтер с мелким шиммером или который будет очень деликатно смотреться на лице, это жидкий хайлайтер. Что касается бровей, у нас очень долгое время были актуальны широкие ровные брови, зачесанные при помощи геля или цветного, или какого-то прозрачного геля. Такие броски. Да, броски, ровные, широкие, все женщины очень хорошо отращивали их. Вот. И в этом сезоне тоже у нас актуальные широкие брови, но немножко они аккуратные, зауженные к концу брови. Ну, немножко смотрится это более естественней. У нас остается также само актуальным и smokey eyes, но применяются разные там трафареты, допустим, очень актуальны, да, там модные дизайнеры это все используют. Актуальны становятся широкие стрелки. Не обязательно это должно быть подводка сделана стрелка. Это может быть стрелка и металлическими какими-то пластинками, бархатной какой-то линией. Все намного модернизируется эти все стрелки, чтобы было намного интереснее смотрелся макияж. Что касается губ, то у нас вообще очень широкий спектр выбора палитры помад. У нас появляются новые текстуры, матовые, металлические, темные, готические, там всякие фиолетовые, темная там, палитра помад разных оттенков, бордового, коричневого, очень насыщенные. Но в 2017 году очень модные остаются или входят, наверное, в моду сатиновые, такие более атласные, с блеском, с такой текстурой.
зимний период обязательно нужно питать больше, 2-3 раза в день кожу масками различными, ходить, посещать обязательно косметолога, проводить пилинги и следите за то, что вам советуют косметологи. Тогда, я думаю, меньше будет проблем с шелушением кожи, старением. Сегодня подготовила модель. Я неравнодушна к бронзовым оттенкам, которая тоже актуальна в этом сезоне. И подготовила макияж в такой металлическом бронзовом оттенке. Угу. Вот. Мы его будем дополнять активной помадой. Для такого образа, который будет создавать сегодня Лолита, вот этот макияж будет как раз в тему. Я думаю, да, он будет круто смотреться. Помада насыщенного такого бургундского вина цвета. Очень круто будет смотреться сочетание с какими-то там большими камнями. Ну что ж, не терпится увидеть весь образ. Мы уже подготовили волосы, создали такую вот текстуру. Обработали их лаком, слегка накрутили их плоечкой и сделали прикорневой объем с помощью гофре. Вот такая вот у нас получилась очень легкая, быстрая укладка, буквально за 10 минут. Она очень хорошо подходит под головные уборы. Вот так вот это выглядит. В некоторых случаях это будет очень даже подходить под ваш вечерний образ. Более аккуратный, более носибельный вариант. Шляпка эта тоже трансформируется, мы немного ее изменили. На самом деле каждая девушка может себе сделать такую укладку буквально за полчаса. Уже дополнила наш вечерний образ, сделав акцент на губах, а мы приступаем к трансформации вечерней прически. Вот наша прическа уже готова, и образ почти готов. Мы его хотим завершить, одев вот такое вот украшение. Короткі побажання кременчужанкам, да, в новому сезоні, якими ти би їх хотіла бачити? От кількома словами. Щасливими, красивими, влюбленными, самое главное, так как моя професія связана з красотою, звісно, в першу чергу красивими. Якщо вам в цьому сезоні захочеться певних змін, наша вам рекомендація – починайте із зачіски, адже саме вона тримає весь образ. Обирайте те, що відтворює ваш внутрішній стан, а модні тенденції нехай стануть вашими вірними радниками і супутниками. Сьогодні ми були в студії у Лоліти Лазуренко. Слідкуйте за нашими випусками на телеканалі «Візит», а також на моєму каналі в YouTube, який ви можете знайти відповідно до мого ім'я та прізвища. З вами була Юлія Лавренко, до зустрічі в ефірі.